наконец приехали! Ура! Всех видеть! Молодцы! Красавцы такие! О! Какая энергетика! Ну что, не замерзли? Нет! Молодцы! Директором компании «Тентуриум» ну, в автопробеге, тем более это бывает не каждый день, и на Украине в Пьемонте существует уже 43-й конгресс, и тем более быть на Украине и жить на Украине, и приехать в свой город, свою столицу Украины, город Киев, и не поучаствовать в автопробеге, это наверное, просто, наверное, с моей стороны, не знаю, преступлением, что ли.